И идем собирать 100, блядских, 50 стрел. 120. К счастью, они лежат пачками по миллиону за раз. Shadow Priest'ы, сука. Вот за это вас и ненавидят, твари, блядь. Так. Кого-то еще надо убить вроде, да? Ослепленный ненавистью шкуродер. Ты что ли? А, скорпиончик. Ядиком меня решили травить, да? Так. Но вы не ожидали то, что у меня есть антияд. Оп, антияд. Правда, надо из облика выходить, когда его применяешь. Что, в общем-то, не очень удобно. Так, а чё-то ППС, по-моему, да, чё-то просел. Чё-то не так. Что-то тут не то. С чем это может быть связано? Так. С тем, что что-то где-то грузит. Мультивинтер. Я так полагаю, мультивинтер это... Мультизима. ТХ-сплит. Хм. Да, наверное, это ТХ-сплит. Да. Так. Может, у меня стримов много слишком открыт? Тогда нет, один. Ну ладно, не знаю, может, временно, 30 FPS, странно, странно. Может, это наказание за то, что я пати в инст не принял? Как вы считаете? Что-то у меня после перерыва, смотрите, блин, криты так и прут. И почему-то я вышел сейчас. Такой пинг. 120, нормально. Че, на самом деле я в WoW играл и при 17-20 FPS. Когда был слабый комп, надо было рейдить. Да я не пойму... Я понял. У меня на левую кнопку, оказывается, назначено снятие проклятия и снятие яда, собственно. Но вот как раз в данной ситуации это для меня неудобно. Да это и в рейде было бы неудобно. Так. Бух-ду. Нет. Бух-ду. Нет. А как? Модификации. Бухду. Ой, я две О писал, да? Бухду. И ничего не изменилось. А это что у нас? А, это она и есть. Окей. Так, надо настроить, значит, да? Кнопки. Нет, дебафы. Умение. Ага, видите, тут даже, то есть, не написано. У меня даже нету этого. Не настроено ни черта. Бафы, дебафы. Не то. Раскладки клавиш. Блин, а где же, как же мне сделать, чтобы он у меня не снимал яд? А то он выходит из формы постоянно, и это неудобно. Вместо того, чтобы просто хилить.
Блин. Это все не то. Умение. Локальные клавиши. Ничего нету. Глобальные клавиши. Ничего нету. Так, отметьте, что вы включите авто аксессуаров и заклинаний. Ну окей, выключим автоиспользование. Ну вот именно что враждебно. А вот, умный каст очищения. Вот умный каст очищения нафиг не нужен. Все. Я готов. Давайте продолжим собирать стрелы. Так. Нет, надо все-таки релогнуться, а то что-то. Меня вот эти вот FPS вообще не радуют. Меня вообще Warcraft лагает как-то. Но... не открываются квесты. Не посмотреть описание. Это твой дерьмовый интернет. А при чем тут интернет? Это вообще не интернет. Почему-то. Вообще-то это именно интернет, блядь. Если у тебя квесты не открываются, значит у тебя запрос до сервера не доходит. А тут 7 пинг. А больше ничего остальное, гладенько так идет. Никакой задержки. Ага, все. 4 стака яда на мне настакал. Думаешь, я прощу тебе это просто так? Сволочь. На тебе ты. Стальную колбу брони. Да, что-то зря. Сюда-сюда вхожу в форму. Так, бля, в грипп уперся. И что у нас с ФПСом? Не изменился. Ну, видать, это какая-то местность такая странная. Хотя обычно, не знаю, обычно FPS так сильно просаживается только в городах. Круто. Тут русские есть. В смысле, блядь, где русские есть? Я тут встретил Ивана, Сергея, Катя. Ну, возможно. Это ж Blizzard. Они... любят всех одинаково, но русских больше. Это факт. Мы ведь меньше платим за подписку, чем буржуи, правильно? Правильно. Какой из этого можно сделать вывод? Что близы любят русских больше, чем всех остальных. Как в жопу почищу я компьютер. Папку ВТФ удали, во. Ну или переименуй. И чё это даст? Блять. Как ты думаешь, что это может дать, если ты жалуешься на лаги, и я тебе даю совет, блять? Что же ты этот совет можешь, может? Ты можешь дать плохой совет. Как ты там говоришь, папка? ВТВ? ВТВ? А, вот вижу. Нужно подойти поближе. Как бы аккаунт. Это кэш. А, типа, если я удалю, то мне персонаж удалится, так? Ты такой ёбнутый! Как у тебя, сука, персонажи могут удалиться, они на сервере находятся, деградант ходячий. У тебя мозг, блять, из задницы или откуда? Хорошо. Сука, удаляться у тебя персонажи, блядь. Лучше бы у тебя в натуре мозг удалился. Не ори. Удаляться, блядь, персонажи. Если ты удалишь папку на компе, блядь, конечно. Thank you.
Ведь вов можно, блядь, играть только на одном компе. Ты хочешь учиться боевому искусству? Нет, не хочу учиться боевому искусству. А, теперь я лагаю. Так, теперь Шадопан относится к вам с дружелюбием. Принесите колчан с огненными стрелами куда-то там. Стена не должна пасть. Дальше я справлюсь. Отыщи стрелы и иди сражаться на мост. Сама иди сражаться на мост. Так, и что? Пора бы, наверное, шмотки уже на хила себе брать, а не на этого. На самом деле я в печали, то что... портал goha.ru, судя по всему, загнулся в какой-то момент. Потому что раньше там каждый день были обсуждения, куча постов, куча тем новых касательно вова. Но когда я недавно в него зашел, то там, блядь, последнее сообщение чуть ли не недельной давности было. Это, безусловно, печально, потому что это был отличный форум. Не уверен, как дела с Нуб-клабом обстают. Нуб-клаб. Но надеюсь, то, что получше. Потому что надо же где-то хотя бы информацию об игре брать, гайды читать. В отличие от Dota, WoW это та игра, в которой нужно читать гайд. На самом деле, полезная вещь. Бочонков. Почему именно с помощью бочонков надо убивать? И где эти бочонки? Что-то я не вижу. Убейте с помощью бочонков. Каких еще бочонков? Вообще-то здесь было бы у меня справа, наверное, в квесте. Так. Скажите, кстати, дачника хорошо слышно? Потому что, по-моему, хуёво. Не, нормально слышно. Ну вот ты сейчас, сука, громче начал говорить, потому что козел, блин. Нет, я сейчас нормально говорю. Ну сейчас да, а до этого ты говорил тише. И даже на стриме слышу, как, блин, этот, у меня... Ну, короче, через твой стрим слышу, как у меня собаки тявкают за окном. Так, сука, впусти собак в дом, живодер. Они не мои, зачем они мне нужны? Бля, как этим говном убить-то кого-нибудь, я не понимаю. Бля, мне АФК надо, короче. Короче, да. Я спрячусь сейчас где-нибудь в инвизе. Вот тут. Мамка зовет. Мамка зовет, уебок. Я ж не ты, чтоб с мамкой жить.